сервісу студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Туберкульоз – складна, страшна проблема з тяжкими наслідками. Як її лікують в Україні, у нашій області та місті, дізнаватимемося від гостей, які прийшли до нашої студії. Надія Марченко – завідувачка відділу госпітальної епідеміології та інфекційного контролю обласного об'єднання фтизіатрії ДОР. Ти і Наталія Бутковська, виконуюча обов'язки начальника управління з амбулаторно-поліклінічної та диспансерної роботи обласного об'єднання фтизіатрії Дніпровської обласної ради. Рада вас бачити, шановні гості. Тож, добрий день. Хочеться одразу дізнатись з приводу туберкульозу. От як зараз, на якому етапі ця хвороба, захворюваність, вона страшна, вона завжди мала тяжкі наслідки. І навіть при слові туберкульоз у багатьох людей виникає занепокоєння вже. Тобто, яка статистика, що можна зараз сказати з приводу туберкульозу? От з кого почнемо? Ну, действительно, туберкульоз – это сложная история, сложное заболевание. Однако современный мир, современная наука, современная медицина уже очень много знает об этом заболевании. И это дает возможность очень успешно лечить туберкулез. На сегодня туберкулез вылекованный. Это излечимое совершенно заболевание. Навіть якщо форма вже запущена? Чи? Безусловно, если форма запущенная, конечно, намного больше усилий нужно, и шансы полностью излечиться не всегда велики на 100%, поэтому мы постоянно говорим о том, что раннее выявление – это уже большой шаг к успеху, и Украина в этом смысле сделала также большой шаг уже вперед. Однако мы по-прежнему остаемся одни из лидеров, к сожалению, среди стран Восточной Европы по заболеваемости туберкулезом. И Днепропетровская область вносит значительную часть в заболеваемость по Украине. Приблизительно каждый десятый больной туберкулезом, новый больной туберкулезом, который выявляется в нашей стране, он является жителем Днепропетровской области. А чему саме так? Чи з'ясовували лікарі, медики причину? Причин действительно этому есть много. Одна из причин – это технологически нагруженный регион. В нашем регионе есть мегаполис, это город Днепр. Помимо производства и помимо добывающей промышленности в нашем регионе, высокая миграция населения. Кроме того, к сожалению, Днепропетровская область также одна из лидеров по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, а это иммунодефицит, который, в свою очередь, рано или поздно может привести к возникновению туберкулеза. Люди с ВИЧ-инфекцией уязвимы к туберкулезу существенно. Чи завжди хворий, чи людина, яка захворіла, чи може бути переносчиком, повинна бути ізольована від суспільства? Пані Наталю, давайте, можливо, ваше. Хочеться відмітити, так. Туберкульоз – это инфекционное заболевание, которое переносится воздушно-капельным путем. Но хочется отметить, что не всегда больной туберкулезом, даже с открытой формой туберкулеза, он должен находиться в стационаре. Есть формы туберкулеза, которые не распространенные, ограниченные, но при этом человек является бактериевыделителем, и дома у него есть все условия для того, чтобы он лечился на дому. Есть отдельная комната, нет маленьких детей, социальное положение намного выше, есть финансовое благополучие. Он может обеспечить себе полное комфортное нахождение дома при лечении туберкулеза. Медикаменты на сегодняшний день как бы есть, и есть формы различные, либо по помощи нашей внеправительственной организации медикаменты могут принести домой больной. На сегодняшний день мы используем такой, как метод видеодот, то есть больной получает препараты на дому и при этом снимает, как он принимает препараты, ему нет необходимости ежедневно приходить получать дозу и снимает, что он выпил, и отправил своему лечащему доктору. То есть интерактивное общение, когда человек и больной туберкулезом, и врач, они находятся постоянно в тесном связи по поводу того, что как он переносит. И ему нет необходимости ежедневно совершать далекий путь по отношению к лечебному учреждению. Наталья, а чи можно сказать, что изменилось
змінилось лікування зараз? Ну, тобто ми багато чого перенесли в режим онлайн, так? І зараз це теж, мабуть, є один із методів. Ну, не стоїть медицина на місці, не стоїть все на місці, тому є движення, появились нові препарати для лічення туберкульозу. В зв'язку з цим сократились длительність, сроки лічення, сократилось количество, немножко помінявся ракурс прийому препаратів. Тобто ми уходимо від ін'єкційних препаратів, які треба внутрішньо, переносимість яких більш тяжела. Вот. Ми переходимо більше на таблетированные формы препаратов. В связи с этим препараты новые, еще не использованные. К ним нет устойчивости, то есть к препаратам. И на сегодняшний день отмечается некоторое даже сокращение, не некоторое, а довольно-таки большое. Если раньше формы туберкулеза распространенные и устойчивые к препаратам, у нас есть первый ряд, были химиорезистентного туберкулеза, мы лечили 20 месяцев, 8 месяцев они получали инъекционные препараты, то на сегодняшний день сроки лечения сократились до 12, 9, и в некоторых ситуациях уже сейчас есть, что мы лечим 6 месяцев. Конечно, зависит от того, когда мы выявили распространенность. Если более тяжелые, то уже мы немножко можем 18 месяцев, но в основная масса больних проходить курс лічення 12-9 місяців. Є здвиги, так, і дуже такі позитивні. З приводу того, наскільки потрібно ізолювати, ми з'ясували, а чи небезпечна людина для інших, для людей, для, взагалі для суспільства? От ви вже казали, якщо немає маленьких дітей в родині, якщо є батьки ваші чи хтось іще, чи може людина хворіти вдома? Мы на сегодня должны четко понимать, что пациенты с туберкулезом, люди, живущие с туберкулезом, имеют такие же права, как и все люди нашего общества. И мы ни в коей мере не должны говорить сегодня об изоляции, ну, в общечеловеческом понимании этого слова. И на сегодня, как сказала Наталья, есть и медицинские методики для того, чтобы пациент продолжал жить нормальной жизнью и не представлять опасности для окружающих. Также есть психологические и социальные методики, об этом можно много говорить. Поэтому мы сейчас как раз боремся за то, чтобы пациент, живущий с туберкулезом, не был изолирован от общества, от общения и как можно быстрее возвращался после лечения. Если мы говорим об амбулаторном лечении, лечении на дому, да, на сегодня это возможно. Инфекционный контроль, как это называется во всем мире, за туберкулезом позволяет достаточно легко и в то же время безопасно проживать в одной семье, однако вся семья должна понимать, что они под контролем, и они также должны быть под наблюдением врачей. Кроме того, современные данные говорят о том, что после начала лечения бактериовыделение, то есть пациент перестает быть опасным в течение 1,5-2 месяцев. То есть он перестает выделять в воздух бактерии, которые могут инфицировать окружающих. Нашкодить им. Да, поэтому подчеркиваю, раннее выявление, раннее назначение лечения. І це перший шаг, тому що... Тобто, потрошки відходимо від диспансеризації, такої, яка була ще там 20 років тому. Якщо ми говоримо об закритті пацієнта на длительний срок в лікарні, то да, ми від цього відходимо, так же, як і весь цивілізований світ. Можеш лічитися вдома, будь ласка, лічись вдома в комфортних умовах. Нет условий таких, да, есть стационары, и там можно помочь. На сегодня лечится в стационарах только тяжелые формы, распространенные, когда человек фактически не может дышать или находиться без реанимации, без хирурга. Ну, где потрібна допомога лікарів, так, постійний нагляд. З приводу форм туберкульозу, то ж, які є, ми вже сьогодні говорили про те, що вони можуть легшими бути і складнішими, так? Є форми туберкульозу. Занимая легочное поражение легочной ткани ограниченное, когда поражается один часть легкой
легких, верхней части, и либо поражаются все оба легких, это распространенные. Также делится у нас туберкулез, можно разделить на чувствительный туберкулез, есть препараты первого ряда, которые, и на химиорезистентный туберкулез, который требует более длительного и более прицельного внимания. Но нельзя сказать, что и чувствительный туберкулез, он должен обходиться без внимания и врачей, и самого больного. То есть все зависит от того, насколько у вас есть взаимосвязь больной и врач, и медикаменты, тогда и ефективність лечення в зависимості від этого. Від чого найбільше залежить успіх у лікуванні? Адже тут зрозуміло, що зацікавлений як лікар, так і сам хворий. І якщо не буде такої сумісної зацікавленості, то, мабуть, довше доведеться лікуватись. А взагалі від чого успіх залежить? Можливо, потрібно ще додаткове харчування якесь особливе, можливо, треба прогулянки на свіжому повітрі. Окрім, звичайно ж, медикаментів, тих препаратів, які назначаються, і вчасного їх примінення. Все вместе, то, о чем вы сказали, в первую очередь, это желание самого пациента выздороветь, и в первую очередь, это лечение, это приверженность к лечению. На сегодня мы понимаем, что лечение туберкулеза – это не только врач-пациент, это соцработники, и у нас есть такая возможность, это психологи, и есть такая возможность, опять-таки, благодаря и общественным организациям, которые помогают. Это и постоянное наблюдение потом семейного врача, поэтому... Ланка розширилася, да, на сьогоднішній, да, день, да, лікування туберкульозу, як, да, такої серйозної хвороби. Да. Чи можна сказати, що зараз успіх якийсь є в цифрах? От ми вже говорили з вами, що Дніпропетровська область, вона таки має багато захворюваних людей, так, тут кожний десятий – це така серйозна статистика. Якщо порівнювати, наприклад, з... Ну, 5 років тому. Чи краще стало? Если сравнивать с пятилетним рубежом, то да, все 5 лет у нас прослеживается тенденция к снижению заболеваемости. Во многих регионах Украины, ну и в том числе в Днепропетровской области, к сожалению, 2020 год в связи с пандемией COVID показал еще большее снижение. Однако мы понимаем, что это не истинное снижение заболеваемости, это то влияние пандемии, которое предрекалось и Всемирной организацией здравоохранения, и мы прослеживаем на всех медицинских услугах. Это и лечение туберкулеза, ВИЧа, вакцина профилактика. Это есть. Все силы брошены на пандемию COVID. Мы практически 3 месяца сидели по домам, и, к сожалению, провал в медицинской помощи, может, и выявлении мы признаем. Так, частіше люди, как могли бы, так? Да, ну, безусловно. Страх людей попасть, заболеть, на сегодняшний день уже известны и лечение COVID, и маршрут пациента с туберкулезом. Поэтому сегодня, я думаю, что нам уже будет немножко легче выявлять и устанавливать, и дальше прерывать вот эту цепь заразный человек здоровый. Человек. Якщо ось людина хвора на туберкульоз і ще має і додатково COVID, то які можуть бути ускладнення? В нашому об'єднанні успішно лечиться сочетання туберкульоз-COVID, туберкульоз-ВИЧ-COVID. У нас відкрите відділення для лечення пацієнтів з COVID. Мы видим, что, безусловно, пациенты с туберкулезом, как и все пациенты с хроническими заболеваниями тяжелыми, это не самая простая история. Однако у нас больше историй побед, и мы гордимся этим, и гордимся нашими врачами, которые каждый день лечат пациентов с такой тяжелой патологией, и сейчас... розширяємо свої можливості. Що може спровокувати це захворювання? І якщо люди повинні берегтись, то як саме? Ну, заболевания могут спровоцировать обострение любой хронической патологии. Чаще всего бронхолегочной. Это хронические бронхиты, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, гипертоническая болезнь, тяжелые формы сахарного диабета, когда идут некоррегируемые цифры сахаров, глюкозы крови, любые иммунодефициты. Тоже являются как бы провоцирующим фактором для развития туберкулеза. Это онкозаболевания,
особенно заболевания, онкозаболевания крови, которые тоже это ж кровоснабжается. Поэтому на сегодняшний день, и на сегодняшний день с учетом COVID-инфекции, с учетом того, что нашего вот такого мира на сегодняшний стресс выходит один из на первый план по поводу развития туберкулеза. Организм у нас начинает бороться со стрессом и забывает о том, что есть еще какие-то инфекции, которые надо бороть. Память у нас есть, мы проходили БЦЖ, то есть память есть, но организм надо побороть состояние. З приводу вакцини, вакцинування від туберкульозу. З самого народження це перша вакцина, яку абсолютно усі діти отримують. Що, як зараз змінюється взагалі форма вакцинування? Через який період часу потрібно повторно зробити? І взагалі, що з цим зараз відбувається? На сегодняшний день вакцинация от туберкулеза – это одно из первых, ну, в порядке, да, жизненной очереди профилактических мероприятий. К сожалению, на сегодня не изобретена вакцина, которая бы препятствовала вообще заболеванию туберкулезом, но давая прививку ребенку в начале жизни, мы гарантируем от заболевания тяжелыми распространенными формами. Поэтому вакцинация детей в роддоме по-прежнему остается номер один. І наостанок, це вже стосується, мабуть, і тих людей, які хворі, і щоб не захворіли ми на таку страшну хворобу, про що потрібно пам'ятати обов'язково? В першу чергу, це слідити за своїм здоров'ям і бути відповідальним за нього. Нужно понимать, что если есть какие-то проблемы с иммунитетом, о которых говорила Наталья, хронические заболевания, обязательно проходить диагностику ежегодную на туберкулез. Если ты в группе риска, будь любезен, обязательно удели себе время и пройди флюорографию, пройди анкетирование скрининговое у семейного врача. Это просто и достаточно немного времени занимает. Що зараз в місті такого відбувається, щоб кожна людина мала можливість? Ми вже починаємо говорити, це цілий місяць, так люди зможуть приходити, перевіряти стан свого здоров'я, можливо, безкоштовно, і такі люди прийдуть і перевірять стан своєї взагалі системи, так? Як працює? Чи досконало? На сьогоднішній день ежегодно ми проводимо місячники боротьби з туберкульозом, коли любой желающий человек может прийти обследоваться не только у своего семейного доктора, но прийти и обратиться к нам в фтизиатрию. На сегодняшний день у нас немножко расширены рамки обследования жителей, которые обращаются к нам на обследование. Мы можем обследовать не только при подозрении на туберкулез, но и при подозрении на какой-то COVID. Обследовать у нас есть и быстрые тесты, и если необходимо, есть жалобы на ПЦР. Можем проконсультировать узкие специалисты, могут оказать свою помощь. Это и гинекологи, и невролог, есть и пульмонологи. То есть, если есть жалобы, то, возможно, это не только в правильном месячнике, мы можем оказать, немножко расширили спектр услуг, так называемые дни здоровья, которые месячник здоровья. Это уже не первый раз мы проводим. И довольно-таки, могу сказать, популярная эта акция, которая проходит медицинские. Куда звертатись? Это уже останнее питание. Куда идти? Всех обращаться мы приглашаем на Бехтерева 12. Это город Днепр и областные. Также наши филиалы – это Павлоград и Никополь. И на сегодняшний день можно Кривой Рог. Также обращаться по поводу оказания каких-то услуг по диагностике, а может быть, рекомендации по лечению. Буквально, если позволите, в прошлую пятницу областная фтизиатрия выезжала в Кривой Рог, Криворожский противотуберкулезный диспансер, большая акция. 7 лет человек не приходил к врачу, выявили туберкулез. Ну вот просто так получилось, поэтому... Це обов'язково потрібно робити. І добре, що прийшов і тепер знає, як лікуватися. Я дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, про туберкульоз багато чого дізналися. І що найбільше втішить, що можна вилікуватись, аби було бажання. А найголовніше – це не захворіти. Тобто бути здоровими і харчуватись правильно, і тримати себе в формі, не нервуватись. Здоровий образ життя. Здоровий спосіб життя – це обов'язково. Тож, будемо всі здорові. І, звичайно,
звичайно, що ми вдячні обласному центру громадського здоров'я за підтримку у організації програми. Тож, будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.